Привет, сейчас я буду делать пакет трейсер 7233. Вот я уже скачал его, ввел имя, фамилию. Здесь у нас уже очередной пакет трейсер по ACL. Здесь в этот раз нам нужно настроить его не на IP, ну точнее на IP, но для доступа не к определенному устройству или узлу, а именно для доступа к определенному маршрутизатору по линии VTI. То есть для подключения к нему через Telnet. То есть, чтобы мы сделаем так, нужно сделать так, чтобы для настройки маршрутизатора мы могли использовать только один определенный IP. Вот он, 10.0.0.1. Это IP вот этого ПК. Ну, для проверки с ноутбука нельзя будет настраивать этот маршрутизатор. Сейчас у нас они оба могут настраивать маршрутизатор с паролем Cisco. Но мы сейчас это исправим. Заходим в маршрутизатор. Enable. Configure Terminal. И копируем команду. Называем список 99. И разрешаем доступ этому IP-адресу. Хосту. Вот мы задали список. Теперь нам нужно на линии VTI его активировать. Переходим на линии VTI. Копируем. Переходим на линии VTI и активируем здесь наш список. Все, это настолько простой пакет трейсер, что это все. Давайте хотя бы проверим. ПК, десктоп, терминал. Ничего не меняем, подключаемся. А, не так. Это нам нужно Telnet. И IP-адрес маршрутизатора. Пароль Cisco. Все, мы можем настраивать наш роутер. И так далее. Теперь нужно... Давайте попробуем сделать то же самое с ноутбука. Десктоп, командная строка. Telnet. Опять же IP. И connection refused. By... Remote host, то есть маршрутизатор не дает себе настраивать не ПК. Ну, в общем-то, на этом все. Пока.